Всем привет, с вами Вита Чес, и сейчас я хочу вам показать позицию Филидора ферзь против ладьи. Эта позиция интересна тем, что если ход черных, то они оказываются в цугцванге, и любой ход ладьей ведет к ее потере. Но при ходе белых, белые должны передать свой ход черным и точно так же пытаться выиграть ладью. Рассмотрим, каким маневром белые передают ход черным. Ферзь e5, король, допустим, сюда. И ферзь встал на то же поле, где он был изначально. Но при этом сейчас ход черных. Итак, черные должны ходить ладьей, не королем, потому что у короля всего один ход, и он ведет к быстрой потере ладьи, потому что это связка. И есть еще, казалось бы, логичное нападение, но в этом случае последует быстрый мат. Рассмотрим более логичные отходы ладьи и как мы будем выигрывать эту ладью ферзем. Ладья e7, сразу ферзь d8, потери. Ладья f7, даем шах с e5. Черные не могут идти на а7, потому что будет сразу мат, поэтому они вынуждены ходить на а8 и опять же отдавать ладью. При ходе ладьи на g7 сразу будет ладья, ферзь e5. И ладья h7. Опять шах с e5. Король a6. Ферзь А1, и король черных уже, опять же, вынужден идти на вертикаль Б, где быстро проиграется ладья, потому что ферзь дает шах с белого поля, где и стоит ладья. Самые интересные отходы ладьи здесь — это по вертикали Б, где не так очевидно, как выигрывать ладью и давать шах ферзем. Давайте рассмотрим их. Ладья b3. Наш любимый шах c5. Куда уж без него. Король прячется, пытается. И здесь важно предположить, с какого именно поля мы можем выиграть эту ладью. С какого поля может дать ферзь шах, чтобы ее забрать. Здесь должен быть король, здесь ферзь. И мы таким образом выиграем. Либо поле g8, то же самое произойдет. И нужно как-то сконструировать эту ситуацию. И вот она у нас получилась. Мы выгоняем с восьмой линии короля. Король А7. И вот он, наш заветный шах, который мы и придумали. Закрываться, естественно, не может. Мат сразу будет. Поэтому просто забираем. Следующий отход на b2. Ну, тут все быстро. Сразу мы забираем ладью. Поэтому это не так интересно. Еще одно поле b1. Шах с e5. Без него никуда. Ферзь здесь очень гибкий. Он может попасть и сюда, и сюда. При случае сюда. В общем, тут все держит отсюда. Как осьминог. Король отошел. Шах с g7 уходит. Опять выгоняем его с восьмой линии, как в прошлом варианте. И по белым полям ударяем. Спасибо за просмотр и удачной игры!